Всем привет, уважаемые зрители, с вами говорит Стелларис. И мы, как обычно, продолжаем проходить игру под названием Batman Arkham Asylum. Итак, первое, что мы сделаем в этой 11 серии, это выберем новое улучшение для нашего костюма Бэтмена. И вот, наконец-таки, мы дождались. Я решил прокачивать боевую систему. Но, наконец-то, не прошло и, как говорится, полгода. Придется вернуться назад. Итак, через шахту не пробраться, а здесь нам нужно взломать электронный замочек, но все равно на ту сторону мы не переберемся. Нужно перебраться через расщелину. И что же нам делать, Бэтс, а? Я не знаю. А вот ты, видимо, знаешь, раз что-то там щелкаешь на своей левой руке. И да, вот он, новый гаджет уже спешит к нам. Встречаем! Трассомет позволяет быстро перемещаться между двумя точками на одной горизонтали. Очень, кстати, полезная штуковина, мне она очень и очень нравится, так что это большой плюс, что она теперь есть в арсенале Бэтмена. И с помощью этой самой штуковины мы теперь и сможем пересечь ту, ну, небольшую пропасть, что ли. Теперь можно искать плюща. Итак, с Джокером мы пока что разобрались, не совсем, конечно, но пока что нам хватит. Вернее, не нам, а Бэтмену. А теперь наша первостепенная задача – это найти ядовитого плюща. И находится он где-то здесь, совсем рядом. Вернее, не он, а она. Это же все-таки особь женского пола, правильно? И даже не где-то здесь, а совсем, совсем рядом. Вот, буквально здесь. Итак, смотрим небольшой видеоролик после того, как возьмем сюрприз Ридлера. Ну, вот, мы его взяли, отлично, смотрим. Все хорошо, милые. Я здесь, мои бедняжки. Да, я знаю, что он нас нашел, но я не дам вас в обиду. Лучше убью его. Плющ, я знаю, доктор Янг вызывала мутации, чтобы получить веном. Да, мне листья нашептали, что злодейка за это поплатилась. Ты должна помочь мне изготовить противоядие. А зачем мне? Пусть Джокер веселится. Хочу посмотреть, как ты корчишься. Ты слишком долго была в темноте. Все растения на острове станут такими же, если ты не поможешь мне. Где-то на острове есть такой цветок. Только он может справиться с Титаном. Где его найти? Оу, он в логове Крока. Ты ведь не думал, что будет просто? Возвращайся в камеру, или будешь следующий. Я буду ждать. Оракул, мне нужно найти путь в логово Крока. Оно где-то под островом Аркхем. В базе нет никакой информации о том, где он содержится. Я обнаружил недалеко от пещеры дверь, но она крепко заперта. Должен быть другой вход.
Я оставил Кэша в поместье. Посмотрим, может быть, он знает, где держит Крока. Босс пока не готов тебя принять. Это еще что? Ребят, а вы заметили, как быстро меняет свои дела Бэтмен? Сначала он, ну, якобы на пока что отпускает Джокера. Теперь уж совсем быстро он как-то поговорил с Плющом. А теперь у него на очереди Крок. Интересно, что из этого выйдет? Ну, насчет Крока, к сожалению, мы узнаем только в следующей, то бишь 12 серии. Ибо за эту 11 мы только приблизимся к нему. Но, к сожалению, самого Крока пока что не увидим. Ну, а тем временем мы уже в очередной раз разобрались с очередной бандой головорезов Джокера. И теперь ищем путь обратно из ботанических садов. Найти путь, собственно, несложно. Он такой же, точно такой же, по которому мы шли сюда. То есть просто идем обратно. Это вам не Бэтмен Эрхам Сити, где можно запутаться и в катакомбах случайно попасть, так сказать, на Крока. Это вот, да, это действительно было сделано круто, и было очень интересно наблюдать за этим роликом. А здесь просто идем по тому же пути, никуда не сворачиваем. Ну, по крайней мере, пока что путь такой же. Потом, может быть, мы куда-нибудь и свернем. Да не может быть, а скорее всего, ибо Бэтмен всегда находит какие-то новые дороги. Я решу любую задачу. Риддлер, что ты от меня сейчас хочешь? Я тебя вообще не трогаю, не собираю твои призы уже довольно давно. Что тебе от меня надо? Вот скажи мне, пожалуйста. Молчишь? Нечего сказать, да? Я знал, что Бэтмен круче, чем ты. Все, теперь я с тобой больше никогда не буду разговаривать. Эй, пошел ты, Бэтмен! Мы включили электричество! Ты в ловушке! Да! Что он делает? Ребят, ну, блин, вам разве Джокер не говорил, что для Бэтмена нет непроходимых путей? Он всегда найдет выход. Он летучая мышь. Он Бэтмен. Поэтому говорить, что он в ловушке, как-то довольно глупо, даже для таких недоумков, как вы. А вот и она, очередная стелс-миссия в данной игре. Ну, я уже довольно соскучился по этим стелс-миссиям, довольно давно их не было. А последняя, кажись, была аж в 9-й только серии. Джокер, конечно, у тебя не все на месте, они такие тугодумы, я вообще удивляюсь, как ты их держишь у себя в охране. Это же просто сущий ад. Что я делаю? Да так, комментирую, сижу, пью кофе. А что? Так, ну ладно, если серьезно, то бандитов осталось всего двое. А что такое два бандита для Бэтмена? Это как два бутерброда для меня. То есть, ну, практически ничто. Извиняюсь, друзья, я вроде говорил, что у меня плохо с математикой, но на самом деле здесь не то чтобы математика виновата, здесь я просто не увидел, что еще один противник находится внизу, поэтому их не двое, а еще целых трое. Ну это как три бутерброда для меня, а это уже немного сложнее, чем два. Собственно, я сейчас говорю просто очевидные вещи, вы, наверное, и сами до этого догадались. Ну да ладно. Должен я же чем-то заполнять эфир. У вас, парни, все ништяк. Никаких угрызений совести. Хотя он уволок вашего напарника. Да все ништяк, Джокер. Что ты кипишуешь? Все отлично, все супер. Но вот теперь действительно осталось двое бандитов. И с этими двумя бутербродами я разберусь буквально за несколько секунд. Правда, конечно, нужно выждать определенный момент. Иначе нашего Бэтмена пустят на сыр. Ну, знаете, такой с дырочками. Только в нашем случае дырочки эти будут проделаны свинцовыми пулями. А это было бы не очень приятно для Бэтмена, и тем более для меня.
Потому что мне пришлось бы вырезать этот кадр и вставлять тот, где я успешно разбираюсь со всеми бандитами. И чтобы этого не делать, мы будем проходить все с первого раза. Ну вот и все. Последний головорез Джокера в этой локации повержен, а это значит что? А это значит то, что сейчас мы будем слушать небольшой разговор. Пусть он умрет. Я не позволю больше обижать моих деток. Как же ты бросил бедняжку плеча в садике одну? По-моему, она очень расстроилась. Мы его нашли. Обошлись без твоей помощи. Бедняга чуть не погиб. И что? У него жена, ребенок. А как же растения, которые гибнут под его ногами? У спор, которые он вдыхает и убивает, тоже есть дети. Почему он достоин лучшего, чем они? Вы, люди, не видите того, что происходит у вас под носом. Я отказываюсь ставить благополучие растений выше благополучия людей. И поэтому проиграете. Здесь происходит нечто большее, старший надзиратель. Все взаимосвязано. Похоже на плющ, титан действует как-то иначе. Ее цветы растут. Они скоро выйдут из-под контроля. Похоже, растения продолжают мутировать. Кажется, в этом стручке споры вроде тех, с которыми плющ в прошлом году напала на Готэм. Ну что ж, друзья, мы прошли уже, я думаю, больше половины игры, а это значит, что проблемы у Бэтмена только начинаются. Ну, потому что глупо было бы полагать, что к середине игры у Бэтмена уже не будет проблем. Верно? Верно. Поэтому, вдобавок к тому, что нам нужно найти Крока, также нам нужно будет уничтожать цветы плюща, которые теперь будут расти по всему острову. Также ее цветочки заполонили несколько локаций, и теперь нам придется в этих самых локациях искать обходные пути и лазейки, чтобы пробраться до того места, куда и нужно нашему Бэтмену. Ну, а пока что нам нужно пройти снова-таки в особняк Аркхема, чтобы спросить у Кэша, где находится Крок. Хотя, собственно, тут и так вполне логично, что Крок должен находиться в катакомбах, но чтобы все-таки узнать более детально, нам нужно зайти в особняк. А сделать это сейчас будет немного сложнее, чем раньше, но все равно мы справимся. И вот именно в особняке нам впервые придется искать другой обходной путь. И надо сказать, при своем первом прохождении я не сразу понял, куда здесь идти, ибо вот вы сами видите, что просто внизу все заполонили цветы плюща, а это значит, что нам осталось одна дорога, только идти по верху. Что, собственно, Бэтмен сейчас и делает? Вот мы перебрались во вторую часть здания, а здесь все выглядит не лучше. Даже, я бы сказал, еще хуже, чем в прошлой части этого здания. Но выход найти всегда можно, особенно если мы играем за летучую мышку. Вот здесь я немножечко прыгнул не в ту сторону. На самом деле нам нужно направо, вот сюда.
И запомните, друзья, всегда ходите направо. Хотя, если брать случай с амнезией и со всякими хоррорами, лучше идите налево, так как там меньше монстров. Это уже проверенная фишка по моему летсплею игры Amnesia: The Dark Descent. Кстати, кто еще не смотрел, можете посмотреть. Ну да, я знаю, что получилась такая беспалевная рекламка, но все же. Так, ну вот здесь мы теперь можем спуститься вниз. Правда, я все равно передумал пока что. Ну, мало ли, может, газ нас заденет. Но на самом деле там уже можно спрыгивать. Сейчас я это пойму и сделаю это. Все, а теперь мы можем идти к Кэшу и поговорить с ним. Эдмон, я ждал тебя с минуты на минуту. Что за история с растениями? Долго объяснять. Дай угадаю. Ядовитый плющ. Она теперь с Джокером. Суть в том, чтобы я не дал растениям захватить остров, но... Всегда найдется какое-нибудь «но», да? Где вы держите крокоубийцу? Я нашел дверь в канализации, но она крепко заперта. У этой твари отдельная камера. Она прямо под приемной интенсивной терапии. Лифт идет в старую канализацию. Мы просто кидаем туда мясо раз в день и стараемся о нем не думать. Там все перекрыто. Охраны больше, чем у Джокера. Без разрешения Шарпа внутрь не попасть. Все коды у него. Спасибо, Кэш. Оставайся здесь и не лезь к растениям. Это верная смерть. Ну что ж, отлично. Давайте поздравим нашего ушастого друга с тем, что теперь мы знаем, куда нам нужно идти, чтобы найти Крока. Идти, собственно, нам нужно, как я и говорил, в катакомбы. Ну а сперва нужно выбраться теперь из особняка Архима. Сделать это можно точно так же, но, вернее, не совсем так же, все-таки немного по-другому. В общем, если у вас возникают с этим затруднения, а если вы играете в первый раз, у вас 99% возникнут такие затруднения, как пройти по этому особняку, то... Пожалуйста, для этого и существуют всякие там прохождения, в частности и мое, чтобы показывать людям, которые не знают, как пройти, чтобы они посмотрели, поняли и, скорее всего, сами дошли до этого уже в своей игре. Так, на карте нам было показано, куда идти. Если не ошибаюсь, в медблок, но могу ошибаться. Сейчас мы проверим мою теорию, но сперва все-таки немножечко пешком пробежимся. Все-таки Бэтмен уже, наверное, немножечко задолбался летать. Все время летает, да летает на своем плаще. А вообще, если быть точным, то летать на плаще он будет только в Эрхэм Сити. То есть здесь он просто планирует на плаще. А вот здесь уже бандиты Джокера поумнели, можно сказать, и оделись в форму охранников Эрхэм Асайлум. То есть, чтобы якобы Бэтмен нас их не узнал. Но все-таки от таких тупоголовых за пару серий вырасти до высокоразвитых, им еще придется... достаточно долго постараться, ибо узнать таких отморозков, ну да, пусть они в других костюмах, но все равно легко узнаваемы. Поэтому Бэтмен сразу берется за одно из своих любимых дел, и которое у него очень хорошо получается. Это ломать кости, челюсти, ноги, руки. Но, кстати, хочу заметить, что Бэтмен никогда и никого не убивает. Бэтмен, все проходы к блоку интенсивной терапии закрыты. И я не могу взломать систему безопасности. На крыше был снайпер. Он как-то туда попал. Значит, и я найду проход. Ну да, если снайпер как-то попал, то Бэтмен, конечно, сможет. Ну, дело в том, что снайперу могли... принести лесенку, а вот Бэтмену эту самую лесенку принести некому. Но на то он и Бэтмен, чтобы решать достаточно сложные задачи. А эта задачка лично мне не кажется особо сложной, поэтому я надеюсь, что наш бравый супергерой разберется с ней в два счета.
Но чтобы разобраться с этой якобы простой задачкой, нужно залезть на одну из башен. Помните еще, с которых мы снимали снайперов, которые сняли в свою очередь нам где-то с пол хп. Вот я выбираю левую башню, хотя, смотря с какой стороны смотреть, конечно. Ну вот, с того ракурса, откуда стоял Бэтмен, эта башня будет левой. Теперь давайте оглушим того снайпера, чтобы он не успел по нам выстрелить. И теперь с помощью одного из моих любимых гаджетов, то бишь тросомета, перебираемся на эту самую крышу. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь, с вами был Стелл, пока-пока. Hasn't even begun.